Наконец-то. Что случилось? Ты смог узнать? Кёсэм умерла? Кёсэм Султан все еще жива. Разве она не была при смерти? Разве не сказали, что она умрет? Что за некомпетентность? Я тебе говорила, что если мы спустимся в яму, понадеявшись на новичков... И самое странное, я не могу связаться с Анавбер Хатун и Идрисом Агой. Если их раскроют и поймают, то и мое имя выдадут. О, Аллах! Все наши дела идут неправильно. Сейчас Кёсэм отправит послание. Напишет сыну, что меня видели. К тому же, на этот раз у нее есть свидетели. Если эти слова дойдут до походного лагеря, то упаси Аллах, жизнь Бейзета подвергнется опасности. Будем молиться, чтобы они уже убили султана Мурата. Мы оставим дело на волю судьбы? Нет, я везде поставлю своих людей. Мы не позволим Кёсэм Султан отправить весть. Мы не позволим. Эмир Гюне согласился сдать крепость, повелитель. Но у него есть одно условие. Простите, повелитель. Наглец. Кто он такой, чтобы ставить условия самому падишаху мира? Словно мало всего происходящего, теперь и это. Повелитель, позвольте мне пойти и отрубить им голову. Сначала выслушаем его предложение. Он хочет нейтральной территории побороться с вами на мечах, повелитель. Если проиграет, то сдаст реванш. Быть такого не может. Вы только посмотрите на его наглость. Скажем, если он выиграет, то чего хочет в этом случае неверный? Реван его. Реван должен быть в его распоряжении, повелитель. Он хочет создать независимое княжество. Значит, бросает мне вызов, не так ли? Прекрасно. Раз таково его желание, я согласен. Повелитель, простите, но это западня. Не справившись в первый раз, они таким путем собираются покуситься на вашу жизнь. Мустафа прав, повелитель. Как вы можете доверять врагу? Кто такой эмир, всем известно. Известны его мотивы. Он не скрывает свою враждебность. Даже если это окажется ловушкой, я знаю, как наказать. Пусть Аллах убережет от тех, кто улыбается в лицо и роет яму. Передайте эмиру, пусть приходит. Куда и когда захочет. Не проливая еще больше крови, мы закончим это сражение.
Повелитель, я выписал фетву из Корана на тему, которую вы недавно подняли. В любви и милосердии семья, как дополнительное тело, а пальцы члены его. Если один палец заболит, все тело объединяется, чтобы его защитить. Так и человек должен бороться ради семьи. Но есть такие ситуации, что выхода нет. Если ты не отрежешь загноившийся палец, то гно распространится на все тело, загноится и уничтожит. А измена — гной души. Поэтому быстрее всего наказывают предательство и бунт. Тот, кто объединился с врагами и пошел против семьи, самый настоящий злодей, которого надо убить. И исходя из этой фетвы, приказ о казни считается законным. Коран словно карта, указывающая человеку путь, повелитель. Аллах каждому своему рабу дал возможность выбора. По какому пути пойти, решает сам раб. Риван. Султан Мурат. Когда бы я тебя не видел, ты появляешься передо мной в разном обличии. В прошлый раз ты был послом, а сейчас шахзаде. Скажи, который из них ты? Лица могут обмануть. Важно лишь то, что внутри человека. И это может увидеть лишь такой опытный глаз, как ваш. Если голубь бросает вызов орлу, то нужно определить, сколько в этом храбрости, политики и безрассудства. Дай Аллах, посади этого храбреца, нет предателя. Я здесь лишь для того, чтобы спасти своих солдат, обреченных на смерть, их детей и жен. Я пришел умереть с честью. Или же убить. Если у тебя такие же сильные руки, как и язык, то прекрасно. Сейчас мы замолчим. Будут говорить наши мечи.
Повелитель! Эмир! Это твое мужество! Эй! Султан Мурат! Пусть Аллах будет моим свидетелем. Я не имею отношения к такой подлости. Я не отдавал такого приказа. Повелитель, не верьте этому предателю. Очевидно, что они построили ловушку для вас. Я не прощения прошу. Заберите мою жизнь. Я проиграл этот поединок. И когда дал слово, замок Риван ваш. И моя жизнь также ваша. Если я проиграю, то откройте ворота и передайте султану Мурату ключи от города. Ни в коем случае не должна быть пролита кровь. Встань на ноги. Я поверил. Согласен. Я такого смелого, честного воина, как ты, предпочитаю верить рядом с собой, чем напротив. Но забудь о своей династии. Отныне ты мой подданный, а не шах. Шехзаде, повелитель хочет видеть вас. К добру ли Хусейнага? Я не осведомлен, Шехзаде. Повелитель, вы звали меня? Мы куда-то отправляемся? Не мы, Байзет, а ты. Ты возвращаешься в столицу. Ты доставишь это письмо в руки моей валиде, Кюсэм Султан. Как прикажете, повелитель? А Кеманкеш Ага будет тебя сопровождать.
А мы, с позволения Аллаха, отправляемся в Тебриз. Я бы хотел остаться рядом с вами и стать свидетелем вашей победы. Иншаллах Всевышний даст вам возможность вместе вступить на новые земли. Иншаллах. Иншаллах, брат. Три месяца спустя. Эй, народ! Наш падишах Султан Мурад-хан настоял на совершении обязательного и желательного для мусульман на джихаде. Ереван снова османское владение. Наш падишах во главе своего войска направляется походом на Тебриз. Живи долго, наш падишах! Живи долго! Шехзаде, нам надо идти. Пока я тут жду вести о смерти султана Мурада, получаю весть о его победе. Очевидно, Ферхат ага не справился с заданием. Если поход не завершился, тогда почему мой шахзаде вернулся в столицу? У меня плохое предчувствие, Якуб ага. Надеюсь, султан Мурад ничего не заподозрил? Не думаю, султанша. В таком случае он бы не отправил нашего шахзаде обратно в столицу. Думал я, что не смотришь ты на других только из-за своего кокетства. А это оказалась твоя милость ко мне. Я уже умолил твою любовь. Если бы не лицезрел я твой лик в зеркале, считал бы тебя с твоим лунным ликом такой же недосягаемой, как луна. Когда бы не слушал, услада для ушей. Потрясающая газель. Я многое слышал о вас. Видно, много было враньем. Все знают, как вы цените стихи и музыку. И то, что вы хороший поэт. В подходящее время я бы хотел познакомиться с творчеством вашей души. И что же они обо мне говорят? Что я тиран? Я никогда не поддавался толпе.
Потому что, несмотря на тяжелые слова, которые Нефи употреблял в адрес государства в своем произведении, и увидев ваше уважение по отношению к нему, я понял, что это вранье. Нефи, покажи мне это произведение. Посмотрим, кого ты там затронул. Я написал то, что считал тогда правильным. На помощь, в чьих руках оказалось великое государство османов. Какая жалость, какая жестокость. Что за траур, ты, пес? Бывает ли такой жестокий враг своему государству? Ты, тиран. Если бы только ты знал, каким султанатом ты управляешь. Ты, пес. Небесная кара обрушилась на твое произведение. Нефи своим языком вырыл себе могилу. Кого ты тут называешь псом? Меня? Ну что вы, повелитель? Как такое возможно? Я посвятил это покойному Мехмету Абазе Паше из-за тех мучений, которые он доставлял народу. Поверьте, я говорю вам правду. Тем самым ты оскорбил моего визиря. И я считаю это оскорблением своего дивана. Отныне я запрещаю тебе писать, Нефи. Запрещаю. Не надо так, повелитель. Я не смогу помешать ни перу своей руке, ни языку, который будет говорить слова. Помешаешь, Нефи? Иначе я отрежу твою руку и твой язык.